просто менял счет как раз вот именно с этой точки зрения, что Тилакова теперь справа от него. 5-4. В таком матче уже действительно все решат какие-то нюансы, и, может быть, не совсем от самих теннисисток все зависит. Тилакова продолжает подавать. Ясно! Вывелся мячик из рук Тихомировой. 4-6. Пять-шесть. Мы, к сожалению, не видим болельщиков, но они здесь есть. Мы слышим аплодисменты. И очень сложно сказать, на чьей стороне симпатии. Но все-таки Тихомирова представляет Москву. Побольше именно персональных болельщиков у нее сегодня может быть. Да, и вот громче сейчас их голоса. 6-6. В прошлом году по срокам чуть раньше проходил чемпионат России, в марте. Еще до коронавируса успели сыграть. Ну, затем здесь в Чертановской школе была пауза. Рискует Тилакова. Ее можно похвалить за эту решительность, но играет все это против нее самой. Впервые по ходу решающей партии вперед выходит Тихомирова. 7-6. Ну, строго говоря, здесь турнир проходит без зрителей, да, и никаких билетов, естественно, нет. Но те, кто непосредственно связан с этим турниром, они ведут себя достаточно активно. Ох, важное очко. 8-7. Ошибается Анна. Ну, было бы для нее, наверное, слишком хорошо, да, если бы была у нее целая россыпь матчболов в решающей партии. Не было сегодня, да, ни в одном полуфинале, ни в другом ошибок на подаче, ну, когда мяч касался сетки. Такие эпизоды. Не редкость. Довольно активно слева сыграла Тилакова. 8-8. Да, ну вот стоило, да, играть почти час. Все решают буквально 2-3 розыгрыша в итоге. При счете 8-8 подает Тилакова. Ну, я не знаю, да, что лучше в такой ситуации. Подавать или принимать. Рисковала Мария. Длинная, быстрая достаточно подача. Сразу пригласила она Тихомирову в темповой розыгрыш. Выдерживает именно Тилакова от сетки. После удара Тихомировой мяч улетает в аут. Парочку матчболов может Мария заработать. И не попала. Не попала по мячу опытнейшая Анна. И действующая чемпионка России может сложить свои полномочия. Два матчбола у 20-летней Марии Тилаковой. Ничего себе! Там в самый край попадает Тилакова. В самый край стола. Но отскок все-таки предсказуемый. Именно поэтому есть возможность у Тихомировой атаковать из угла, и она попадает, отыгрывая первый матчбол отличным ударом справа. И второй она отыгрывает примерно в том же стиле, рискуя и попадая.
Браво, 10-10. Игра на больше-меньше. Ну, заслужила, раз отыграла два матчбола. Свой, наверное, Тихомирова. Слева на этот раз, может быть, не было полноценной атаки, такой же резкой, как до этого справа. Но все равно очень хороший перевод по линии Тихомировой. Соперница ошибается. Да, первый матчбол у Анны. И выигрывает этот невероятный полуфинал Анна Тихомирова. 12-10 в решающей партии. Тут обе, конечно, проявили сумасшедший характер. 0-2 по партиям уступала Анна. Затем вела 3-2, вернулась Тайлакова и даже добралась до двух матчболов.